Всем доброго дня, доброго солнечного дня. Мы вовсю готовимся, решили все-таки выскочить на этап Дрифт Мацури. У нас в эти выходные на Егоре, поэтому всех будем там ждать. Заодно протестим тачку. Итак, ребят, пока мы работаем, мы активно собираем тачку. Сегодня в 9 вечера присоединяйтесь к нам в прямом эфире ВКонтакте. Ссылочку прикреплю позже, ближе к делу. А пару историй назад можете отмотать, перейти на аккаунт РДС Европа и задать мне там вопросик. Так, ребят, закончили эфир. Я вообще забыл историю, забыл ссылочку вам дать на прямой эфир. Не забыл, точнее, честно, было некогда, потому что я еле успел на прямой эфир. Спасибо большое Оле. Сейчас прикреплю тут ссылочку. Извините за то, что слишком много язык заплетался, но я думаю, что мне простительно. Какие-то сумасшедшие последние 3 дня. Работы по тачке нереальные были проделаны сегодня. Игорян просто монстр, машина, убийца. Завтра еще доготавливаем на ливрею и в субботу уже в квал врываемся. Потом парные, короче. Всем доброй ночи.